У Надежды Азизовой трое детей. Все учатся в Веденской школе. Стадион на территории учебного заведения был и раньше. Только вот полноценно заниматься спортом на нем не получалось. До этого у нас было не очень благоустроенное поле. То есть здесь была трава и грунт. И были вот воркраут. Просто вот небольшие вот тренажеры. В принципе, и все. Больше ничего такого не было. Мне нравится здесь быть, потому что здесь футбол. Можно разные игры играть, догонялки и там заниматься спортом. Можно играть в футбол или прыгать в длину. Спортивная жизнь станет насыщеннее не только у школьников. Вход на обновленный стадион открыт для всех желающих. У них подвижные игры. Здесь уже полноценные спортивные матчи. А я как раз Андрею Робертовичу присылала видео, когда родители выкладывали. То есть столько детишек и прям, ну, как бы очень... Жизнь кипит. Да, с благодарностью. Зданию школы номер 2 имени Михаила Пронина 52 года. Его износ 70%. Требуется капитальный ремонт. Работы у строителей будет много. Нужно обновить внутреннее помещение и фасад, благоустроить территорию. Кроме того, в учебном заведении появится актовый зал, которого сейчас нет. Старого ничего не оставляем. Все меняем. Если пол, то это новая плитка. Если стены, то штукатурка, покраска. Совершенно такой же, как везде при капитальных ремонтах. По плану учебное заведение отремонтируют к 1 сентября следующего года. На время строительных работ дети будут учиться в другом образовательном комплексе – школе номер 1. Карина Еряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».